не будут выдавать сертификаты. Насколько вот это возможно обучать у себя в компании, мы готовы выучить таких тренеров, чтобы это было нам дешевле. Но мы не можем сертифицировать тех переговорщиков и медиаторов, которые обучены. Как здесь? Ситуация у нас такая. Закон о медиации позволяет заниматься медиацией и преподавать медиации только при наличии сертификатов, либо обученных, либо подтвержденных нашими казахстанскими центрами. Можно обучаться за рубежом, а подтвердить непосредственно в любом центре здесь. Только те организации, которые по закону о медиации Казахстана в своем уставе предусмотрели, что они занимаются этим вопросом, то есть у них в уставе этих компаний должно быть предусмотрено, что они занимаются вопросом медиации и занимаются обучением по медиации, и в своем составе должны содержать медиатора. То есть однозначно ДЗО заниматься обучением их и выдавать сертификат не могут. Это один вопрос. Второй вопрос. Как можно это сделать так, чтобы это было легитимным? Во-первых, можно не обучать медиаторов, а давать медиативные компетенции. Это, вот это не запрещено, это можно делать без этих. То есть если у вас стоит цель каждому выдать сертификат медиатора, чтобы он мог после выхода из самой казны, ну не работая в самой казне, осуществлять свою деятельность как профессиональный медиатор, тогда, конечно, лучше обучаться у тех организаций, которые такое могут выдавать. Если же ваша задача инструмент медиации применять внутри своих компаний, то лучше давать курсы медиативные компетенции, которые не требуют никаких... То есть, я так понимаю, вы про эти 5% сказали, да? К 2015 году мы должны довести внутри компании. Мы можем обучить своих тренеров и давать медиативные компетенции, давать медиативные компетенции эти 5% сами. И при этом сэкономить определенные средства компании. Однозначно. Потому что в рамках положения Центра медиации переговорного процесса написано, что членами этого центра могут становиться все, кто получил вот эти медиативные компетенции по вот этой программе или же вот в рамках этой программы. То есть вы можете свое читать, если это будет соответствовать, никаких проблем. То есть это цель не заработать деньги, цель распространить эту информацию. Чего надо?